Очередная практическая проктологическая школа «Проктор.РУС» дидактика современной малой проктологии с отработкой навыков в ветлаб прошла 26 марта в Москве на базе научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы. На школе «Проктор.РУС» менторы и лекторы, ведущие специалисты страны, знакомят курсантов с передовыми методами лечения в проктологии и отвечают на широкий круг вопросов, касающихся послеоперационного периода. Программа школы создана для хирургов-полупроктологов, хирургов общего профиля, ординаторов и аспирантов хирургических специальностей. Конференция «Проктор.РУС» аккредитована. Курсантам начисляются баллы системы непрерывного медицинского образования и Российского общества хирургов.